В США мощный торнадо, обрушившийся на Алабаму, унес жизни 4 человек, как сообщил губернатор штата. Тела погибших были найдены в одном из строений города Рехобит, который оказался на пути стихии. Повреждены многие дома и постройки. Кроме того, в пострадавших от торнадо районах зафиксированы наводнения, вызванные ливнями. В Луизиане удар стихии привел к масштабным отключениям электроэнергии. Без света остались десятки тысяч семей.